Hello, everyone. Всем привет. Итак, я вам обещала показать группу Марину на песню «Край Омега». Так вот, я показываю вам. Оставайтесь вместе со мной. Итак, вот такая была очень мощная, крутая песня. Я могу сразу сказать, что это одна из любимых моих песен. Мне действительно очень нравится. Я считаю, что очень круто сделано. Вот, мне нравится, как снят клип. Вот этот весь такой... Такие темные тона. Это как бы всю атмосферу передает песни. В принципе, если вы смотрели тексты и перевод, тоже поймете, о чем идет речь. И это очень круто сделано, очень здорово сделано. Мне очень особенно нравится часть, где после 2 минут я бы хотела, чтобы она бы еще продолжилась, потому что там припев очень крутой, он такой, как будто как вязкий такой, и поглощает тебя. Мне кажется, вот это очень круто сделано, что вот так подобно. То, что как бы вначале такая песня идет по-жесткому, очень сильно жесткая идет, где много экстрим-вокала, где играет на барабанах, на гитарах очень быстро, и потом такой переход, и переходит вот это все в тягучую атмосферу, и это очень круто сделано, именно в плане того, что, может быть, как бы передается
как бы такой как бы смысл, это, по моему мнению, можете считать совершенно по-другому, в плане того, что как бы если переносить на жизнь людей, может быть, то, что сначала идет у нас какой-то круговорот всяких происходящих событий, а потом как-то так становится раз резко, и одно и то же разнообразие, и вот это вот все тянется, все как-то не очень идет, и тебе это все не нравится, и как бы такая вот атмосфера происходит, и как бы этой музыкой, этой песней передали эту часть жизни людей. Не знаю, это мне так кажется, может, у вас какие-то другие впечатления сложились по поводу этой песни, этого клипа, вы можете об этом написать в комментариях. Мне будет действительно это очень интересно почитать. Конечно, Егор здесь очень круто звучит, его голос, то, что в экстрим-вокале, что в чистом вокале очень здорово, очень круто. Я не знаю, конечно, как это он поет и как вообще эта песня звучит вживую. Надо просто посмотреть записи видео. Вот. И я думаю, что оно тоже как-то прям круто будет звучать вживую. И мне кажется, народ, фанаты создадут эту атмосферу и будут подпевать именно вот этой второй части. И там прям мощь какая-то такая будет. Не знаю, мне очень, правда, нравится эта часть, и я бы, наверное, бы еще ее умножила, чтобы песня, пускай была бы длинная, но звучало бы это очень круто. Вот, не знаю, как, конечно, это в голову пришлось сделать, но мне кажется, благодаря этой части именно песня такая очень бомбическая получилась. Вот. И очень круто, очень здорово, что они как бы и в клипе соединили такую по атмосферности, именно цветом создали, что вначале тоже такое более темные какие-то цвета, а потом ближе к концу уже все смешивается, и темные, и светлые, и очень здорово, и очень классная картинка получается. Вот. Так что вот такие мои мысли, мои эмоции по поводу этого клипа. Так что это, и еще раз повторюсь, что это одна из любимых моих песен. Вот. Я очень прошу также поддержать Егора на его канале. Ссылки я все оставляю. И также оставлю на эту видео. Хотя это видео, песня вышла 2 года назад. Но она не теряет актуальности, и она очень круто звучит. Вот, так что вы можете перейти, также поставить лайк, посмотреть клип, послушать песню на всех возможных площадках музыкальных и оставить комментарии. Это, я думаю, очень здорово поддержит Егора и его группу, и также группу Амарина, и также группу Abyss Watching Me. И Abyss Watching Me должен быть альбом выйти. Я думаю, всю информацию вы можете найти на страницах Егора. Так что следите, смотрите, подписывайтесь и подписывайтесь на его канал. Сделайте там уже круглую сумму в 50 тысяч, я думаю, что Егор порадуется этому. Вот. И так что оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Все это очень важно. И также подписывайтесь на Рутюб и Яндекс.Дзен. Это тоже важно. Если вы хотите поддержать меня финансово, то в описании есть все ссылки. Это будет поддержка моего канала, я буду благодарна вам за это. Также у меня появилась функция, но это больше для зарубежных зрителей. Под видео есть такая сердечко с... у меня доллар, потому что я сижу через VPN, и там, так вы знаете, США доллары, вот. Может у вас быть своя валюта какая-то, потому что это сердечко идет как бы поддержка канала. И там идет разная сумма, это все зависит от вашего региона. А благодаря этому вы можете также поддержать мой канал. И также подписывайтесь на все социальные сети. А с вами увидимся в новом видео. Всех обнимаю, всем пока. Бай-бай. Ребят, апдейт у группы Abyss Watching Me, вышел новый альбом на канале Dreambound, оставлю ссылку, пожалуйста, переходите, поддержите, я думаю, что этот альбом будет крутым. Я еще пока не слушала, но я думаю, к моменту выпуска этого видео я послушаю, так что переходите.